я сама. Если хотите получать новые видео, Соня, то что нужно делать? Подписаться на классную кнопку. Молодец. Ну что, мама, начинаем? Начинаем. Сегодня у нас необычная игра, да, София? Эта игра называется «Щупальцы». Покажи свои щупальцы, Соня. Щупальцы – это у нас пальцы. Тебе нужно, мы купили тебе разные предметы. Тебе нужно, Соня, на ощупь определить, что это за предметы. И тогда ты их получишь, хорошо? Все ручки в дырочке. Дырочки, ручки. И начинаем. На ощупь, на ощупь. Давай, не давай. Доставай, доставай. Не смотри. Ой. Ну-ка, ну-ка, доставай ее. Двумя руками помогай. Да нет, только дырку всё. А ну, подержи двумя ручками в коробочке. А теперь надо достать, попробуй. Нет, не подглядывай. Главное... Соль, ну что, ты ее достала? Да. Вот. Ох ты, вот это да. Давай ее положим в этот в коробочку, да? В баночку. Какая мягкая, София, да? Да, даже не мягкая, можно сказать, резиновая слизь. А ну-ка, Соня, покажи, какой там вот лизун. Ну-ка, давай его. О! Фу, мама, это какой-то на вид очень какой-то предмет. Не очень приятный. Не очень приятный. А на ощупь. Мягкий. Соня, клади это в банку. О. И тут кусочек еще остался маленький. Все, и давай следующий предмет искать. Давай щупать следующий. Так, Соня, давай и дальше. Что там? Бэль-бэль. Это какие-то конфетки, да? О! Это конфеты Желебеля. Ну-ка, Соня, покажи. Вот. Ну, это нужно... Там разные вкусы, да, Соня? Давай попробуем. Ну, давай, открывай. Не знаю, что там вкус такой. Ну, Соня, давай, это попробуем. Конфетки, они с разным вкусом, да? Да. Попробуем. Какие-то желтенькие, красненькие, черненькие. А давай, какие-то... Ну, попробуем. Черненькая конфетка. Черненькая, наверное, мама самая опасная. Давай попробуем, да. Ну-ка. Что там? Грязь. Грязь? Можно я? Серьезно, что ли? Можно мне попробовать? Да ладно, вкусно как-то. Ну-ка, дайте мне. Что он взял? Да. Ну, грязь? Да нет, не грязь. Да непонятно. Нежевичка какая-то. А у тебя что, Соня? У меня клубника. Клубничная? Понюхай, там классно. Угу. Соня, покажи язык. Не, не красится. Да нет, не красится. Давай еще. Они кисленькие на вкус. Но они разные. Они мягкие. Угу. Ну-ка, можно мне вот эту желтую? Они мягкие. Нет, классная мягкая. Они все мягкие. А я беленькую покажу. О, Соня, возьми желтую. Желтая кислая. Лимон какой-то. Не все мягкие. Ну-ка. Ну-ка. Нет. Тоже нет. Кислое. Что, сильно, да? Можно я попробую. Соня, на кого это похоже? Червяк. Червяк? Земляной? Да. А ты их пробовала? Да, пробовала. Пробовала, да. Вот язык покрасился желтый, покажи. Ого. Ну-ка. Еще пожуй, еще сильнее красится. Ладно. Мама, Соне попалась грязь и червяки дождевые. У нас еще в коробке для тебя очень много сюрпризов, которые надо щупать. Давай продолжаем. Давай еще по одной, мама, а беленькую? Попробуй, Соня. Мне не понравилась беленькая. О, это кокос. Мне нравится. Соня, ты попробовала беленькую? Попробуй. По-моему, вкус кокос. Это вода. Вкус воды? Это кокосовое молоко. Ну да. Наверх. Дальше выбираем следующий предмет. Ты должна щупать.
Так, щуп. Что это? Финга! Может, это не свинья? Ну. А ну-ка, Соня, покажи эту свинью. О! А еще громче. Познакомим Мустика со свиньей. Да. Ну-ка, похрюкни-ка ему. Нет, не подружился. Ну-ка, Соня, попробуй. Да. Дальше, София. Какой предмет? Дальше. Так. Что там? Что это? Летучая мышь. Летучая мышь? Ты уверена? Да. Доставай. Посмотрел. Ого. Можно на голову делать. На голову? На голову? Или она просто вешает? А ну-ка возьми ее закрытие, Соня. Вот это летучая мышь. Она твердая, да, Соня? Мягкая. О! Мама, вот это да! Вот так. О, ты так и можешь не сидеть? Это твоя новая. Так, София, давай дальше. Щупаем. О, что это такое? Только не смотрим вниз, смотрим наверх. Угадываем на ощупь. Подумай лучше. Нет, смотрим наверх. То ты когда смотришь, и все видишь. Бублик. Бублик? Дизиновый. Ну доставай, посмотри. Какашка. Это прикол. Соня, кто это сделал? Мама, это ты? Наш котичок. Или Мустик? Или Мустик? Какашка. Соня. Мама, ты опять на свинячего какашками. Давай дальше, Соня. Что там у нас? Смотрим на потолок. Что это? Изюм. Изюм? Ну-ка дай-ка я посмотрю. Вот. Ой, это не изюм, это курага. Это большой изюм, да. Это абрикос сушеный. Попробуй, Соня. Это специальный тебе витамин. Нет. Ну что, нет? Невкусный? Не любит курагу. Не любит? Что они не любят? Ну давай еще, да, давай следом. Что там? Глаза вверх. Лизма. О, это ты знаешь, да, Соня? Да, это ты угадал быстро. Молодец. Знакомый предмет. Соня, ну что, мы нашли все предметы, да? Ты все их угадала на ощупь. Тебе понравилось их искать? Да. А что тебе больше всего понравилось? Какой предмет? Какашки. Какашки понравились? Ты ее как раз и не угадала. А леденцы? А конфетки вкусненькие? Да. А теперь... Ну что, Соня, давай прощаться? Да. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока. Хрю-хрю.